HPI Blitz на коллекторе и на гидридном аккумуляторе. Ну, вали, вали сюда, давай. Дай максималочку. Вот максималка. Это максималка? Да. Слушай, где тут триммер? Слушай, вообще скучно. Но, кстати, мы узнали, что регульчик его штатный поддерживает 2S, поэтому позже поэтому будет веселей. Нам нужно только разъемы перепаять. И какой-то он высокий, да? Да, и угол поворота ужасный. Большой? Не, да, очень большой. Посмотрите, так, вот может, не настроим просто еще. Его, мне кажется, нужно немножко это ослабить его амортизатора, как-то он завышен. Электроника родная, вся штатная. Моторчик HPI, на нем написано Racing. Регульчик SC15 с поддержкой 2S липоаккумуляторов. Завтра затестим его на 2S. Сегодня было оно в подлу уже разъемы перепаивать. Вот разъемы там какие стоят с ними, вот. Вроде бы Tamiya они называются, но я точно не помню название их. В общем, вот разительные разъемы, только для коллектора подходят. Ох, валит, валит. Вот, смотрите, он заваливается. Да, попалось попаляться. Да, да, я же говорю, что кокинга нет, я вообще очень тихий. Знаешь, для двора пойдет. Ну, так он и дворовый, как бы, считается. В принципе, это, наверное, одна из лучших шасик вообще HPI, которую они сделали. Единственный минус, что у него очень сильно чашки изнашиваются, короче, что на дифференциале, что колесные чашки. О, как мягенько заехал. Сел. Убить там, в принципе, ну что, можно редуктор убить, дифференциал, возможно, можно убить, да? Ну, не на такой скорости это все убивается. Да, убивается это, конечно же, на липошках, и особенно убивается это на трехбаночных. На двухбаночных липошках, в принципе, даже чашки не так быстро изнашиваются. Но если будете катать на 3S, если будете башить, вваливать, тогда, конечно, чашки будете менять чуть ли не каждую неделю активное катание. Летел. Все, мы пришли на почту проверить посылочки. Мы вчера на почте все забрали, ничего сегодня нового нам не приехало. Риф. Подвеску-то сделал помягче, она получится. Закаркал. Чем-то посадил его на бордюр. Максималка. Это же, наверное, трофи ездит быстрее некоторые. Не, ну знаешь, когда она заряженная, то, в принципе, нормально. Все, газ пол. Едет. Печально. Может, назад поедет? Нет. Ну давай, 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 давай. Он еще хочет ехать. Да все уже, не мучь ты его. Все. Все, друзья, на этом ждите. В скором времени будут видео про переборку и покатушку лица. Покеда всем.